Хей, ребятки, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, гуляем, короче, мы тут с Бумером. Бумер, гуляем мы тут с тобой, да? Гуляем, да. Гуляем мы с ним тут по окрестностям Far Cry 5 и подумали, а что нам для пацанов не сделать хороший видосик и не пойти на охоту. Просто охота. Не на людей, не на монстров, а просто охота на животных. Короче, вооружились мы вот данным оружием. Называется это карабин 308. Поставил на него оптику. Естественно, без глушителя, без всего. Это у нас будет исключительно такая тестовая серия. Посмотрим, как вам понравится. Если понравится, то обязательно втыкайте лайкосики и обязательно снимем что-нибудь еще. А может быть даже еще снимем рыбалочку. Естественно, без всяких там перестрелок. Просто попробуем сделать симуляцию охоты. Вот, значит, поставим мы точку до Белорога. То есть отсюда мы с вами пройдем по этой территории. Попробуем кого-нибудь найти. Ну или того же самого Белорога. А возможно, наткнемся на какого-нибудь другого товарища. Если честно, я бы хотел бы увидеть Михалыча. Так, со мной сейчас, естественно, собака нам пойдет. Она будет нам подсказывать, где находятся те или иные животные. Там медведь. Там медведь это случился, слышишь? Вон он нападает, короче, слышишь? На. Эть, иди сюда, стопэ. Come on, baby. Ну, это пока такое некое читерство, мы не будем засчитывать эту охоту, потому что это все-таки мы с вами находимся прямо около дороги. Следовательно, здесь большое обилие животных. Давайте немножко углубимся и там попробуем что-то посмотреть. Тем более, черт подери, в этой игре леса, мне кажется, одни из самых красивых вообще, где только я их видел. Значит, что у нас по планам? Значит, прогуляемся немножечко вдоль горы. Попробуем повстречать, понаходить каких-то животин, абсолютно любой. И, соответственно, поснимаем с них шкуры. Вот, в плане убийств будем делать исключение только с одного ствола. Ничего другого брать больше в руки не будем. Ни пистолеты, там всякие, ни базуки, ни автоматы. И, естественно, ребятки, если что, не забывайте. Это у нас все-таки мир Far Cry, а значит, тут всякое может происходить в канале вокруг. В общем, да. Ну, будем стараться всячески из этого избежать. Че, увидел кого-то, братан? Не? А, вон, слушай, ну, барсуков, всяких этих росомах мы трогать не будем. Они нахер дикие, откровенно дикие. Опа. Смотри. Первый товарищ. В голову, блин. В затылок. Хорошо же было. Минус. Пойдем заберем его. А вон Михалыч, смотри. Слушай, он тут поглотил кого-то, да? Сейчас будем пробовать брать его. Куда побежал, товарищ? Ах ты гад. Ну ладно. А, самое что интересное, знаете, с тем же самым The Hunter Call of Wild, я понимаю, что там симуляции больше, чем здесь. Но здесь мир лесной, он реально живой. То есть здесь животные тут друг с другом взаимодействуют. Так, стоп, а где у нас, где наш товарищ? Упал, что ли, укатился или что, исчез? Блин, сейчас опять начнут кидать камни в меня подписчики и говорить о том, что типа упускаю добычу. Ну ладно, найдем другого, этого оставим для волка. Пойдем, Бумер, пойдем посмотрим, кого-то еще найдем. Я реально что-то не увидел его. Ну, ладно, хрен с ним, ладно, не буду за ним возвращаться. Это у нас здесь Эдь. В смысле промазал? Ну, понятно. Косой, твою мать, я просто косой. Да. На подготовительной серии все было немножечко иначе. Ладно. О! Сейчас-то попаду. Да попал же, блин. Отлично попал. Осталось только тело найти. А тело у нас вот лежит. Отлично, обыскать. Забираем. Бумер, братан, пошли отсюда. Нам здесь больше делать нефига. Да, слегка пофармим шкур. Нам, правда, зайдут за это деньжат, которые нам, в принципе, особо тоже и не нужны. Но все же. Слушай, виды, конечно, здесь просто топовые. Сейчас по этому хребту пройдемся, деху. Так, а здесь нам где забраться-то? Ё-моё. Разве что, наверное, только там. А здесь-то уже... Ладно, давайте здесь в это ущелье попробуем сходить. Эть, аккуратно. Ать, стопэ. По-моему, особо аптечка еще и нету. Мы хоть правильно двигаемся? Сейчас посмотрим, в правильном направлении идем. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Кстати, здесь у нас с вами есть точки какие-то. А, здесь у нас квадрик находится. Да, наша задача, получается, будет подняться на эту высоту, и оттуда нам уже будет чуть-чуть проще. Проще кого-то находить, кого-то преследовать. Опа. Сорокотан. Прям подпрыгнул как. Но он потом умрет. Минус. Он потом по-любому умрет, потому что, в принципе, 308. Ну, неплохо их вырубает. Реально неплохо. У меня, конечно, есть что-то поинтереснее, типа вот этого. На этом ваншоте даже медведи, блин. Да их, в принципе, самолет останавливает. Но это все-таки, я думаю, не для охотничьей серии. Поэтому, ну его нафиг. Здесь у нас пусто. Конечно, у нас здесь, ребята, с вами нету манков.
Но есть засидки, кстати. О, это что такое у нас? Слушай, динамит нашли, нормальный алкоголь. Вот это на пасхалочка нормально. Гуляешь такой хрязь. Нашел, посидел, побухал, порасслабился. Что за хрень? Ну, это понятно, это мир. Ага, ну вот самолет прилетел. Так, ладно, давайте спускаться сейчас в эту сторону. Там, по-моему, у нас была какая-то речка, если не... А, это дорога была, это дорога, да. Ну, ладно, мы сейчас в то направление пройдем, посмотрим, кого-то найдем или нет. О, слушай, отличное место. Реально отличное место. Сейчас попробуем посмотреть с бинокля, кого-то увидим, нет? Не, ну с бинокля, я думаю, да. С таких расстояний не алло. Ладно, просто пошли. Надо потом будет попробовать посидеть еще в засидочке. Там прямо, в принципе, тоже очень неплохо это все у нас реализовано. Опа. Запасли кого-то. Отдыхает он, рогатый. Да вроде как хорошо ж попал. Так, ну этот минус сейчас будет по-любому. Попал. Блин, сбоку. Черт, ну он умрет. Умрет, я сказал. Ладно. Далековато, немножечко разброс, конечно, кривоватый. Ну и я, естественно, кривоватый. Это не без этого, пацаны, не без этого. Но тем самым охота от этого становится не менее интересной. А, стоп, где тело у нас? Блин, бумер, ты бы еще тела бы мне не находил. Блочи цены бы не было. Так, кровавое пятно я вижу. Значит, правильно бежим. Да Михалыча найти. Михалыч найдем будет очень... О, Михалыча найти. Привет, Миша. Надо за дерево ныкаться, надо за дерево ныкаться. Мы же не как этот Ди Каприо, блин, неправильно умираем выжившим. Эть, мансуем. Куда? Куда? Минус. Отличная охота, твою мать. Отличная охота. Здесь прямо медведи, так и медведи, слышишь? Ладно. Бро, извини. Твоя шкура принадлежит мне. Ну, прямо как Шансунг, да? Так. А это что у нас здесь такое за металлическая хрень? А это собака, ну, блин. Кого-то запалил наш бумер. Что это такое здесь? Что-то непонятное. Ну и ладно. Давайте через хребет перевалим. Ага, у нас здесь небольшая пачечка товарищей гуляет. Ну-ка, отваншотим сейчас его. Блин. Не отваншотил. Хотя... Отваншотил. Ну ладно, мы туда сейчас не пойдем. Позже заберем. Ну или волкам, волкам пригодится. Мне интересно посмотреть, что у нас здесь на этой поляне. Ух ты, да. Вид-то в принципе нормик. Вид-то в принципе нормик. Хм. Кого я тут вижу? Да как так-то? Волк? Они волка испугались. Он сожрал его, слышишь? Он сожрал этого оленя. Конечно, можно попробовать загреть его, не знаю. Я вообще не понял. Короче, до этого я стрелял нормально, ваншотится, вообще не ваншотится. Ни хрена. Живучий гад, а? В голову даю, в висок, в глаз, куда угодно. Сразу падают, блин, а тут что-то бегают и бегают. Ты смотри, а? Хрень какая-то. Ну ладно. Поэтому они свалили-то. Блин. Тело пропало или что? Смотри, тут стоит прямо за горой. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Ты смотри, а. Скакуны, блин. Ваншот. Ой, какой хороший ваншот. Да, пули, конечно, вправо-влево летят. Твою мать, ты смотри, какая система для отстрела. Деревьев нету, в принципе, таких особых укрытий тоже. Здесь можно неплохо поохотиться. Здесь, наверное, каких-то волков можем встретить. В принципе, нам это даже будет, наверное, на руку. У них неплохо шкура ценится.
Бумер, братан, где у нас еще есть кто? Зацени меня. Подхвати. Кстати, удобно сделано. В плане поиска, если собака идти на охоту, вообще реально круто. Надо, чтобы в The Hunter также сделали. О. Кирага. Ну попал же насквозь, он даже капли, смотри, короче, упало. Но он просто швалится сейчас оттуда, он просто оттуда умрет. Поднимется в гору и сдохнет. Смотри. Ну да, это такой, знаешь, на инстинкте уже пер. И упал, все. В голову, в висок, вообще чистый выстрел. Смотри, вол гонится. Вот это интерактив, мать его. А это росомаха гонит их всех, серьезно? Да еще не одна. Остановись. Остановись. Ну в росомаху 308, по-моему, нам надо патронов 5-6 загрузить. Тогда он только остановится. Все остальное просто носится. Опа. Да боже, что мой, умираешь же. Во. Ну ладно, туда не побежим, потому что уже... Точнее, не будем стрелять, потому что мы туда не побежим, вот. Фуф, а это что за тело упало? Волк. А, это и бобер опять этот. Ой, он нас сейчас задолбает, короче, пацаны, придется эту штуку достать. Изи. Да. С росомахой здесь особо не повоюешь. Она дичь та еще. Так, у нас где-то было на горе, да, два тела. Сейчас надо здесь забрать одно. Блин, а где оно было? Да, тут его паришься искать. Я думаю, мы и на горе-то больше тел не найдем. Они либо скатились уже, либо их сожрали. Быстрее, наверное. Хотя, по-моему, где-то вот здесь они были, да? Слушай, никого не вижу. О! Отличный выстрел. Тебя-то я не потеряю, тебя я вижу. Так, там где-то слышал человеческий голос. Походу где-то человек, что ли, в беде. Либо на него, может, волки напали, либо еноты. Опа! Ни хрена себе ты! Вот ты даешь. Да сожри его, бумер. Охренеть. Слушай, в них мощи больше, чем в любом медведе. Отвечаю. Ну-кась. Так, ну эти два тела у нас тут по-любому пропали, поэтому, в принципе, уже не варик их искать. Давай посмотрим, что у нас есть тут. Парни, на самом деле, не поленитесь, черканите в комментариях, что думаете по поводу таких роликов. Мы их можем, в принципе, делать в разных биомах данной игры. На разных стволах. На охоту делать на разных животных. Можно сами сделать даже рыбалочку нашу. Любимую. Она упала. Бумер, ты что творишь тут? В смысле? Тут где-то люди. Ну, ага, не. Нам пофиг на людей. Не будем с ними заморачиваться. Вот, поэтому если тема понравится, если тема зайдет, такой некий Far Cry. Добрый Far Cry, да? Симуляторский Far Cry. То почему нет? Вы слишком далеко, вернитесь. От кого мы далеко? Нормально все. А, мы уходим за территорию, да, уже? Ну да. А, придется нам возвращаться. Надо вам, получается, животных не забрать. О, нас ТПшнуло. Да. Ну ладно, что страшного, пройдем здесь, посмотрим. Вроде никого здесь больше не вижу. Но здесь такая место само по себе, в принципе, у нас располагает к этому убийству. Смотри, он на росомах на меня падает. Чтобы неповадно было. Тут колбаски катись. И покатился. И покатился. Давайте перетарим наши столы. Посмотрим, что у нас есть тут. О. Блин, опять она гуляет. Еще одна. Не, нам нужны другие товарищи. Может, на птиц сходить будет. В принципе, тоже. Там кто-то нас агрится, что ли, или что? А-а-а. У нас двое тут бегут. Минус один.
А, я сейчас стреляю, блин, я не с того ствола стреляю, ё-моё. Блин, у этого разброс, конечно. Тот-то прямо точно, а этот прямо так себе. О. Да боже, висок же дал. Но все равно он умер. Так, где у нас тут товарища? А у нас тут что-то никого я не вижу. То ли они исчезают, то ли я слепой. Ну, конечно же, скорее всего, второй вариант. Ладно, росомаху на обед тогда. О. Отлично. Он даже не понял, что с ним произошло. Так, забираем шкуру. Да, но здесь еще больше поляна пошла. О, он стоит. Красавец. Ладно, мафия, давайте на этом такой маленький промо-ролик, промо-серию тормозну. Что думаете, если мы с вами побродим по Far Cry вот в такой стилистике? Если да, то, естественно, лайкосики, там, комментарии, все как всегда, по классике жанра. Ну, а с вами был дядя Сережа Плей. Всем удачной охоты, всех люблю, всем пока.